Запись пошла. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Классно поешь, Хлоя. Молодец, красотка. Вот так вот развлекает нас Хлои. Так, ну что, подождем, пока кто-нибудь подойдет. Первый. Кто будет первым на очереди на становление человека? Так, что у нас там было в прошлой серии? В прошлой серии мы закончили на Коноре. В полицейском участке. И искать зацепку. У Хэнка появилась какая-то зацепочка. И мы поехали искать самих себя. В качестве детективов. Искать Кару и Алиску. Так, сегодня я ничего не оставлял, никаких оповещух. У вас все в порядке? Знаю, жизнь иногда штука сложная, но... Если что, я всегда рядом. Ой, спасибо, конечно, тебе. Нет, у меня не все в порядке, что-то никого нету пока. Позови там Хлои по своим каналам, пробей там. Кинь всем ссылку. Всем и каждому. Хотя вчера вроде бы договорились, что будет второй телемост по Детройту. Да, что-то совсем никого нет. Чем плохо стримить с Соньки, это то, что ничего не поставишь, так бы можно было хотя бы какую-нибудь заставочку поставить, музычку, картиночку, а тут нет таких фишек. О, Сонька. Вы знали, что девиз города Детройт «Мы надеемся на лучшее»? Не-а, не знал. Ты даже мне еще ни разу не говорил об этом. Фига себе. Первый раз. Что-то новенькое. С интернета подгрузила, да, наверное? Сонька зажужжала. Ты много ресурсов Хлои отнимаешь. Так. Ну что, в 5 минут начнем. Подождем еще минутку. А вот кто подгребется. Ну давай, Хлоя, расскажи еще что-нибудь. Эй! О, посмотрела. Вообще, у так, вас ну... все в порядке? Да, все. Знаю, в порядке. Жизнь иногда штука сложная, но если что, я всегда рядом. Я уже понял. Мне больше всего вот она нравится по виду. Такая прикольная вообще. Деваха. Из всех героинь.
Так, ну что, ладно, тогда начнем с... Ну и надеюсь, в процессе народ подойдет. Иначе получится просто прохождение. Ну что, погнали, да? Хлоя. Чик. Надеюсь, там за ночь с Карой и Алиской все в порядке. Никто их там не уворовал. Сегодня стрим точно не будет так долго длиться, как вчера. Ну, пару часиков, ну, максимум там 2,5, ну, 3. А, то завтра рано вставать. Шестое ноября 2038 года. Интересно, год не поменялся. Так, дождь продолжает лупить, хотя вроде бы и солнце светит. Алиса, отдаленная. Эх, блин. Все-таки подпортились отношения у нас с ней. О, изменить внешность. Отпустить. Ну так не хочется ее отпускать, обнимасочки, все дела. Аккуратненько. Чпык. Так, ну чё? А чё изменить внешность? Там же было изменить внешность. А, или надо выйти для этого. Зачем выходить? Под дождь, ой. Осмотреть местность, осмотреть квартал. Подстричь волосы. А, так мне надо будет что-то найти, что ли? Что это здесь такое? Death to Android. Смерть андроидам. Ха-ха. Не очень доброжелательно. О! Трупак, что ли? А. Мертвый андроид. То ли его кто-то завалил, то ли он сам тут откинулся. Так, и что нам делать? Солнце прикольное. Сквозь тучки. Так. Вот, у Кары, кстати, тоже сектора эти поломанные. Ну, она же девиант, о чем я вчера говорил. Так, что-то тут вот горит. Ага, о, ножнички. Вообще. Хе-хе. Подстричь. А, у нее точно длинные. Это у нее просто там в этом хвостиками заплетены. Так. Чпык. Во! Вот такой мы тебя помним. Так, настройка параметров AX400. Выберите новый цвет волос. Светлые, белые, черные. Завершить. Ну давай, все попробуем. Светлые. Блин, прикольно. Нам бы так, да? Раз такой только кнопочку нажал. Цвет волос поменялся. Чтоб не надо было за это бабки выкладывать. Белые. Что, совсем белые? О! Здорово, волк! Восславляем, да?
Видишь, тоже, короче говоря, это перекрашиваемся. Так, ну черный это оставить, типа, да? Ну что-то это как-то не по стилю черный. Светлый ру. А. Ой. Теперь еще русые появились. Блин, на чем они от черных отличаются? Почти ничем. Так, белые, светлые. А чё синие нельзя, как хиппи? Ну, такая, с проседью. Русы. Ну чё, пускай будет такая. Чё, прикольненько. Завершить. Так, датчик. Оп. Оп. Который нас палит. Ну все. Каруська, ты просто человек теперь уже настоящий. Вообще не отличить. Тяпте одень. О. Так, и чё? Смотреть местность, осмотреть квартал. А зачем? Надо просто сваливать. Тебе же там андроид что-то дал, какую-то наметку, адрес. О, что это такое? Читать. О, кто-то нам подкинул. Пока мы ночью спали, нифига себе, не было этого журнала. Что за дичь? Почтальон Печкин приходил? Принес заметку про киберживность? Скоро откроется первый киберзоопарк. Охренеть. В принципе, да, если уже есть птички кибер. Чик. Киберживность. Первый киберлайф готовится открыть в Лос-Анджелесе первый киберзоопарк. Ладно. Читать не будем, а то это реально долго. Много времени отнимает. Так, пролистаем. Если что, на паузу поставите. Так, и какая-то еще статья. Есть. Бжик. Вторая. Канада. Канада остается страной без андроидов. Вот так вот. Страна кленового листа. О, привет, Вань. Становись уже человеком, Вань. Ну, хватит уже. Чё ты опаздываешь? Так. Без андроидов. Прикольно, что она без андроидов, понимаешь ли. Отсталая страна, бедная. Штаты приняли закон об андроидах еще в 28 году. Канадский парламент в очередной раз отложил голосование по вопросу о том, можно ли использовать андроидов на территории страны. Короче, вот так вот. Да вообще Канада тема. Еще и без андроидов. Только по хардкору, только натуральный продукт. Курсовую писал, ну молодец. Так, а чё, типа без Алиски надо все это проверять, да? Смотреть квартал, все дела. Сейчас и нарвемся же. Ё-моё. Так. Полицейский есть. Это для меня в новинку. У меня-то в прошлый раз было не так. Поэтому я даже не знаю, что сейчас ожидать, блин. Что у нас будет? Так, ну что, пора будить дочурку. Да поехали прямо на тачке, что? Неприметная машина. Нас, пожалуйста, до вокзала. Да? Как в такси села. Алиса. Просыпайся. А, где я? Где мы? Она, значит, наверное, это был не кошмар. А, вот только я хотел сказать, что она думала, нет, что дома сейчас проснется. Это был не кошмар. Как ты? Я замерзла.
Еще спрашиваешь, ну ё-моё. Что теперь будем делать? Естественно, смотрел. Тот андроид вчера вечером дал мне адрес, сказал, там помогут. Угу, вот. Вон там, за той дорогой, ходят поезда. Может, рядом станция? Пройдем чуть-чуть пешком. Тогда пошли. Блин, какое лицо у нее красивое. Ну, я к тому, что это настоящее такое почти уже. Офигеть. Не перестаю восхищаться. Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. Заметила, о. Для девчонки-то это приятно. Девчонка девчонке отвесила комплимент. Так, ну блин, ментозавры тут сейчас. Сейчас будем, наверное, убегать. Нас ищет полиция. Ага, вот уже и Хэнк приехал с Коннором. Может, тогда отсидеться чуть-чуть? Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найду, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Хэнк. О, нормально, уже симпатия. Пойдет вообще. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Так, и че, блин, за кого мы сейчас играть будем? Добраться до станции. Ага, понятно. За карту, девчонок. Эй! Добраться. А, вон туда надо, 144 метра. Уровень опасности 76. Это мент, да, он тот в желтом. Эйч, блин. Блин, Алиска что-то как-то идет. Вообще надо сваливать. Только непонятно куда. Так, ну ладно, попробуем прямо пройти. Там он еще один мент, собака. Алиска, ё-моё, где ты там есть? А-а-а, на красный свет перешли, вообще палимся. Чё там? В другую сторону, что ли? А, зеленый, да? Ич! А здесь что? Так, 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 так. Где ментозавры? Вроде впереди нету. А, вот это прачечная, да? Где мы одежду стырили? Негр там, наверное, в шоке сейчас. Так. Ага. Так, вон, ментяра, еще один. Так, что у нас можно? На ту сторону не перебежать. Блин, еще и сзади мент. Окружают собаки. Так, а, вон, на остановку можно, короче, зайти. А, вот так, да? Воу, 99. А, ну ладно, пойдет. Так, блин, еще один. А, вон. Переходный пешеход.
Так. Блин, опять красный. Куда этот олень идет? Пока вроде... А, еще сзади, да, и шел уже в нашу сторону. Точно, вон он. Или он стоит тупо. А, он стоит, ладно. Чихо, не чихай. Так. И не зеленый, нифига, ладно, валим. Блин, хорошо, что тут за красный свет никто не... Не напрягает. Нифига себе. Пойдет. Ага, ага. Нифига тут ментов уже понавысаживали десант. Воу, еще один. Так, вон. Рокс, привет. Ты как раз на самом напряженном моменте пришел. Так, вон, можно, короче, туда, можно туда, да, спрятаться. Оп. Типа бабки снимаем. Окей. Так, что далее? Ой, мент, мент. А, все. Далеко не уйдет. Рано или поздно поймаем. Погнали. А хрен там чё? А, все типа, да? Облапошили. Эть, Конор. Облапошили мы тебя. Со всей твоей... Там мы, наверное, идем. Со всей его логичностью. Бродвей. Ништяк. Все нормально? Да она простывшая, блин. Надо что-то это делать с ней. Лекарство. Обнимашки! Ну блин, что-то вы палитесь таким макаром-то. Могли бы хоть на лавочку сесть. Ага, все. Нормалек, слушайте, так проще. Реально, я когда ночевал в гостинице, у меня тут такой замес был нереальный. А тут как-то раз-раз все быстренько чик и ушли. Нормальненько так. Вообще... Винт такой четкий. А, тут вот что-то длиннее гораздо есть какой-то эта ветка. Смотрите, вот сколько тут вообще вариант какой еще есть. Длиннющий просто какой-то, вообще сумасшедший. Обалдеть. А вот это, да, утро в мотеле у меня было еще одно. А это у нас утро на парковке. Ну так, вообще по изичу, в общем-то. Ну-ка, мы в тренде. О, нормально, мы опять не в тренде. 22 всего процента. В мотеле, наверное, в основном все, да? А, здесь день не открыто, вообще проценты не пишут. Так, а вот, вот. Конор, чё, кого? 26. Ну ладно, чё, продолжаем. Облапошили мы. Офицеров полиции. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроида. А, Маркус. Вот такой уже на них смотрит, как просто на гетто, да? Чё, пацаны, я-то в люди выбился, да? Кофе, на железке. Не шаришь.
Так, у нас-то что за задача? Починились все дела. Ага. Иерихон. L2. Ага. Карточка какая-то или что это? Проецирует что-то. Ага, искать граффити. С таким изображением, да, получается? Граффити надо найти. Какой-то чувак с нимбом. Ва, вот же оно, да? Точно. Оп, информация обновлена. Слушайте, прикольно, да, сделали они такую чисто цепочку для своих. То есть человек обычно не увидит вот этого, он считать не сможет, а они вот, оп, такую одну картинку считал, получил вторую. Так, а что там на второй написано? О, а, лев, да, морда льва. И боксерская перчатка. Хм. Ну что? А, вот что-то тут дерутся, да? А нет, это бейсбол. Не, ну вряд ли сразу здесь будет. Так. Метро, все дела. Тоже прикольно. Android only. И... Не, нам сюда нельзя. А что будет, если, ну-ка, пойти по андроидам? Оп. Смешаться с толпой людей. Нормально такое, не будем палиться, да? Ты кто? Умрите, растаман какой-то. Что-то непонятно. Ты кто? Мужик или баба? Хипарь какой-то. Такой, все по-новому для него сейчас, на все такой смотрит прям. Да мы, черт возьми, товар тупо для них. Сколько же работы, да? О, извините, пардон. Перед ним, наверное, первый раз в жизни извинились. Ха. Так, смотрим. Ага, вон, вижу. Черный кофе пьет. Да-да-да. Расизм во всем и даже в кофе. Черный пьет только черный кофе. Чувак, что стоишь? А, подожди, как ты? Или кто ты? Чувиха. Что там было? Посмотреть. А, ну вот она. Вот он, лев. Вот перчатка, да? По-моему, там перчатка не так. А нет, так. Так. Черт, и здесь тоже негр. Так. Здесь уже две надо просканировать. А где вторая-то? Так, значок вот этот вот. Иерихоновский. Ага, вот он. Рэпчик, да, какой-то играет? Я что-то не заметил. Чё там, чё там, чё там было? Ой. Какие-то цвета опять ЛГБТшные. Короче, во всем намеки на толерантность. Короче, надо... цвета ЛГБТшные искать. А, ну да, что-то такое. Это ты рэпчик слушаешь, а? Нет. Это не Кара сидит. Садистка. Куда рэпчик? Отсюда откуда-то? Нет.
сразу, хоп, такой прекратился. Чё кругами ходишь? О, поговорить можно. О, ништяк. С андроидом. Чик. Ты знаешь, где Иерихон? Чё? Понятно. Тупая железка. Опа, опа, опа. Палит, палит, палит. Иди нахрен. Так, подожди-ка, Маркус. Не надо бегать. Не пались. Надо ходить. Цветочки поливают. Ты кто? Типа хозяйка магазина? Sunshine Buckets. Ага. Прикольно. Archway Garage. Ты куда на красный свет пошла? А, она обошла. Вот на зелененький пошел прям. Смотри-ка. Так, ладно, мы сейчас тогда сначала сюда вот сходим. Ох ты, сварка. Ладно, не будем смотреть, а то выжгем себе нафиг глаза. А, туда нельзя идти. Сейчас берут и начинают играть в баскетбол. Так, зелененький. Или брейк там лобать. Нижний. А ты что делаешь, товарищ? Да брось эту беспонтовую затею. Lifetime warranty. Так. Что-то я, походу, не туда иду. Warehouse. Найти граффити. Ага. Окей. Алло. То есть так примерно Маркус понимает, куда надо идти. Но еще не совсем. Так, не-не-не, не палимся, идем нормальной походкой. Что там музончик такой заиграл? Настороженный. Смотрите, надпись Target, цель. Значит, мы близко к цели. Это же все символы. Символизм, мать его. Удержите R2, чтобы отобразился список задач. А что, я знаю. Искать следующее граффити. Ага. Так, где ЛГБТ? Подсветочка. Так, вон какое-то здоровенное граффити. Red. Park here. Наверное, туда надо перейти. Это же все не просто так. Подсказки. Давайте мне зеленый цвет. Какого-то невидимку обходил. Так, что дальше? Красный. А нам не красный надо. Нам много разных цветов надо. Так. Так, блин, что-то не-не-не, не то. А, зеленый, 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 зеленый. Тетя, пропусти. Украинский флаг он. Но это не ЛГБТ. Вроде бы. Тут не, нету. Так, чё ты встал? В автобус нам не надо. Слышала про художника Манфреда? Да, такой. Так, нет, чё-то не туда мы, короче, прёмся. О, вон, да? Вон! ЛГБТ это. Слушайте, точно, ведь там в надписи была эта таргет, на которую я обратил. Блин, это реально подсказки, походу. Ну, зеленый, зажгись. Погнали. Во-во-во, точно, звездочки эти.
Где-то тут бы. Вот она. Вот, написано. The target прям. Цель. Вообще ништяк, слушайте. А я сам сказал, но сам в это и не поверил. Радуга-дуга, ну да. Так. Чик. Гран-при. Ну такой, если честно, скучноватый получился гран-при. Конечно, порадовал Макс и Феттель, то, что из-за Макса, ну точнее как из-за Макса, Феттель-то сам накосячил там. Вот, прорыв Феттеля. Так, если бы Феттель не прорывался из днища самого, то вообще было бы скукотища смертная. Вот. А так, хоть что-то борьба. Ну, а, ну Рикьярдо еще прорывался. В принципе, вот за ними прикольно было наблюдать. Так, что у нас дальше? Какой-то робот. А, подождите, за сеткой, да? Сетку я где-то видел. Либо вон сетка на той стороне, либо вот тут где-то. Вот сетка какая-то. Ха, точно, вот сразу нашли. Здесь, кстати, тоже какая-то надпись. Смотрите. Park here. И даже стрелка сюда идет. Ну, понятно, это парковка типа здесь, но на самом деле тут и парковки-то никакой нету. Сюда стрелка. Короче, тут прям все четко. Нам подсказанки дают. Короче, я не знаю, Феттель это для меня человек какой-то, блин, загадка. Как он смог свои 4 титула заработать? Для меня это загадка. Ну, у него самовоз был, а вот лишили самовоза человека, и все, и видно, что он... Ой, ну такой, блин, ничего в нем нету, это не уровень великих чемпионов. Так, а вон же еще одна, как ее сделать? Присесть? Ага. Смотрим. Загораживает. Фоторецептор не берет. Такие чисто андроиды, реально из 70-х каких-то. О, и опять негр. Так, где-то наверху. Полностью согласен. Ну да, к сожалению. Поэтому все, Япония, по сути... Да, в принципе, и до Японии было понятно, что все, борьбы за титул нету. И в Остине, скорее всего, Хэм станет чемпионом. Без особых проблем. Так. Три аж? Ого. Блин. Чувак, а где у тебя еще две? Тут пиксели такие. Огромные. А, вот еще одна. Угу. Так. Доберитесь до крыши. А, короче, третью не видно, да, отсюда. Так. А, доберитесь до крыши. Ну, тут на что-то надо забраться. На тачку, нет? А, или что-то здесь подвинуть надо, по-моему. Да, вот. Так. Сейчас Маркус, кстати, тоже так неплохо чудить начнет. Оп, оп. Такой паркур сейчас устроит. Первоклассный вообще. Сейчас прикольно будет.
Так, и третья, вот она, да? Чик. Так, что там за надпись? Sparkle Darkle? Да дай позырить. Чё, прыгать уже собрался? Да погоди ты просчитать. Дай позырить на картинку. А, нельзя. Так, ладно. Просчитываем. Чё можно? Чё можно? Чё можно? Чё можно? Так, ну это стрёмный какой-то вариант явно. Не-не-не, погоди. Вот. Пум-пум. Не. Да не сюда, это понятно. Вон, за трубу. Или за чё? А, вот. Вон, так вот пойдёт. Оп! Шмык. Готовченко. Запустить. Ну, давай попаркурим, малёха. Ха! Чик! Красавчик. Вообще просто. Скачал где-то это. Фильм Ямакаси, видать, скачал и прокачался тут же. Так, дайте-ка позырить мне на картинку. Аркл, короче, написано. Скорее всего. Или Баркл, или Паркл. Так, где это у нас? Вон она, да, по-моему? Да, вон. Ну, еще далеко. Спрыгнуть. Написано-то... А, Sparkle точно. Sparkle. Ой, а что здесь? А, нифига, я вообще случайно на нее навел. Я бы ее хрен заметил. Прикольно. Везение немаловажный фактор. О, сейчас, короче, придется сильно напрячься. Так, что тут? Чик. Куда далее? Хоп-хоп! Чё, всё? Нет, там явно что-то провалится. Это не то. А, других что, вариантов нету, типа, что ли? А, нет, есть. Или нету? Вот, есть. Хоп-хоп! Хоп-хоп! Подтянулся, чик-чик, такой выход силы, нормалек, пойдет. Так, на лесенку. Опа! Вычисление. Чик, оп, готовченко, красавелла. Ну что, погнали. Надо было им еще только сделать во время выполнения вот этих его трюков, чтобы нажимать надо было какие-нибудь кнопки. А то просто не смотришь. Ха! Вообще, 15 секунд и на месте. Даже не поперхнулся. Так, ох, какие-то развалины пришли. Ага, чё там? Дырка со светом. Вот такая полукруглая. О, нифига. Ха. Ты типа это? Didn't make it? Не вышел? Не смог сделать того же, что и я. Лошара, блин. Так, ну чё, можно тогда тут немножко пообследовать развалюху эту. Может, тут чё будет?
Ну да, дыр тут много, но там именно дырка такая, как вот с подсветом на правой стеночке беленьким. Вот с окна свет падает. Вон там, наверное. Или нет. Так, что у нас тут еще есть? Я просто сейчас, я даже дырку особо не ищу, я просто смотрю, что тут еще есть. Есть тут еще какие-нибудь ништяки, не знаю, может. Что-нибудь кто-нибудь положил. Так, вот это, наверное, дырка. Только там как-то ракурс такой, там же ракурс надо тоже правильный брать. Во, я вижу, вон она. Тут, а, прикольно, тут еще надо это как бы в 3D совместить колонну, короче, с этой. Вот, видите? Оп, оп, колонну, вон ту дальнюю. Чик. Ну еще шаг сделай. Во. Пойдет. Ну и че ты? Угу. Хоп, есть. Так, что там? Завалено досками. Только что мы где-то были. Я помню в этом, в Uncharted была такая головоломка, только там с тенями. Там прикольней, конечно, но тоже вот так же основано, что нужно в проекции как бы соединять было фигуры. Очень прикольное было задание вот в третьем Uncharted. Так, вот тут, по-моему, у нас завал был с досками. Ага. Сейчас раз и придавило. И все, линия Маркуса закончилась. Так. О, куда это мы вышли? Вот так вот, Ерехо. Нашли. О, твою мать, да это же не что-то, не рай, ё-моё, это пароход. Какой-то контейнеровоз здоровенный, Ерехон. Ха-ха. Вообще клёво, чисто какой-то завод заброшенный. И стоит корабль, гниет. Добраться до корабля. Не совсем правильный перевод, кстати. Ну, как бы в русском языке правильно. Кораблями называют только военные, тихо, блин. Нифига себе. Типа не палимся, да, вообще? Охренеть. Вот бы оно сейчас под нами рухнуло, да? Пробоина такая просто, жесть. Пыгнуть. Хыч. Звуки такие, как будто сейчас это все просто возьмет и рухнет. Блин, гляньте, как клево. Кстати, вот я же недавно Uncharted вспомнил, и в том же третьем Uncharted есть кладбище кораблей. Тоже охренительная локация, блин. И как раз и мы пришли на заброшенный порт. Неужели Дэвид Кейдж подглядел у Naughty Dog? Парочку идей. Вообще огонь.
Сейчас мы его починим и поедем куда-нибудь в южные страны. Че, Маркус скачает устройство судовое. Звуки очень неприятные. О-о-о. Смотрите, как клёво вообще. И чё, прыжок веры? В Африку нельзя, в Африке опасно, там крокодилы ужасные. Правда, и мы не дети. Ну чё, сиганём? Правда, это жесть, конечно. Как-то неосмотрительно очень. Не по-андроидовски. Ну, правда, он уже девиант, с катушек слетел, поэтому он человек. А ещё, так как он с катушек слетел, то он человек безумный, сумасшедший. Поэтому эти действия нельзя расценивать как действия нормального, адекватного человека. Ладно, прыгаем. Даже не прыжок веры, а шаг веры. Бабах! Такой взрыв! Просто атомный надо было сделать. И на эти гриб вставить. Схватить. Оп. А чё? А где плащ? Маркус, ты чё? Плащ потерял. Так. Темно. Почему вода в трюме? То есть он типа на мель сел уже? А после взрыва титры, ну да. Опа-опа. Крысы. Осмотреть. Что там осматривать? Эй. Заботливо положили фонарик. И даже целый, да? Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Ага. Короче, да, нас тут явно ждали. Кто же это мог быть? Блин, у Маркуса что-то реально какие-то... за его компанию хоррор элементы вот на кладбище на этом, да, ну в смысле там не кладбище, там этот свалка типа, здесь какой-то пароход темный, ничего не понятно, да, начинается игра с... Как это? Сон, анабиоз разума. Наша, русская. Не, а на корабле где вот происходили действия? Так, открыть, подождите, давайте туда назад вернемся. Я еще думал, в какую сторону идти, значит мы в правильную сторону пошли. Сейчас чутка назад вернемся. Я же, блин, пока в каждый уголок не загляну, не успокоюсь. А, здесь тупо завал, да? Понятно. В этом, в Revelations, по-моему, а сюда что, нельзя, да? Пойти, мы отсюда вышли. В первом Revelations, ну, Resident Evil Revelations, там, по-моему, на пароходе лазил Крис и... Тайджу, по-моему. Я в него не играл. Dead Aim разве? Dead Aim это тир какой-то вообще. А, вот какая-то еще комната. Помещение. Стучит кто-то. Люмик. Главное, там темнота. Странно.
Ну, не знаю, насчет Дедейма, я эти вот канон, где вот, ну, этот тир тупо, как на Wii было, Nintendo Wii. Так, так, блин, тут развилка реально, что ли? А, закрыто. И там, наверное, да, закрыто? Надо тогда сходить, ту дверь дернуть. Вот в Revelations первом, там, по-моему, весь сюжет происходит на корабле. Там что-то, по-моему, это какой-то лайнер круизный. Хотя, может быть, я путаю. Ну, в смысле, путаю просто тип судна, а лайнер там круизный или нет, хрен его знает, но то, что на пароходе, это точно. Так, что тут? Опять мимо. Понятно, короче, здесь выбора-то нету особого, да, наверное? Посмотреть. Нажать. Оп. Да это ж каюта просто. А, ну здесь журнал лежит. Tech Addict. Прям подготовились к нашему приходу. Журнальчики разложили, чтобы мы это, ну, не скучали, как бы. Компьютер, который предсказывает будущее. А, какой-то суперкомпьютер. Киберлайф разработали мощнейший в мире квантовый калькулятор. Нифига. Солдаты-андроиды, машины смерти. Квантовый, короче. Вот сейчас у нас ученые все бьются над квантовым компом. А во вселенной Quantic Dream ученые уже придумали квантовый комп. Калькулятор уже придумали. Не то, что комп. Так, ладно. Опять читать не буду. Сами, если что, почитаете потом как-нибудь. Те, кто в записи будут смотреть. Так. На ИО полетят астронавты-андроиды. НАСА пошлет в космос команду андроидов. Ха-ха. Ну вот так вот. Вот, кстати, когда куда-то в какую-нибудь перт лететь или в что-то опасное, я думаю, что никто не верещит, что эту работу у них забирают андроиды. А как там что-нибудь где-нибудь продавцом и летим? О, андроиды плохо. Хакеры требуют денег, угрожая взломать комплексы солнечных батарей. А. Что такое ИО? Исследовать ИО. Так, ладно. Этот компьютер может запускать больше 3 вкладок Google Chrome. Да, причем не только более 3 вкладок Google Chrome, он может 3 окна Google Chrome запустить. И при этом еще музычку, наверное, даже можно будет поставить. Так, что у нас тут? Смотреть корабль. Вы нашли источник света. Смотреть корабль. Ага. Так, ну что, эту мы дергали дверь, да? Да. Так, 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 тихо, тихо, тихо. А, мы отсюда пришли. Да, 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 да. ИО это планета такая в далекой системе, одна из самых странных планет. Чем же она странна? Планета. Чем могут быть вообще? Как можно найти страннее планету, страннее, чем наша вообще? На ней кто-то живет. Находясь. Оу! Блин! Да вы чё, серьезно что ли? Фу. Блин, реально за Маркус это просто какой-то ужас. Фильм ужасов. Так.
нечто пробежало в ту сторону, оттуда сюда. И откуда же оно вылезло? Или он? Если честно, по-моему, там пробежала девчонка какая-то. Сидела, просто ждала. Капец. Я реально аж вздрогнул, блин. Опа! Путешествие могло сейчас закончиться. А, погуглил, да? Так, чё? Не проходит. Нельзя сюда идти, что ли? А куда идти тогда? Ты чё, Маркус? Так-то не гони. Да, скоро мозги вообще не нужны будут. Чип ставят еще, когда в задницу. А, да ты чё, ё-моё? Во что ты там уперся? Так, что-то я нифига не пойму. Ну вон это горит, что ты не проходишь? Капец, вот надо было на R2 нажать, что ли, специально. Угу, машинное отделение. Да? Ну да. Кораблик не маленький. Ой-ой-ой. Ой, нехорошо, ой, нехорошие звуки, очень нехорошие звуки. Да блин, посвети ты наверх. Что наверх позырить? Ой-ой-ой-ой. Бря, воу. Все, перелом позвоночника. Позвоночник осыпался в трусы. Нифига там. Там такой грохот был. Не, встает нормально. Маркус, да ты просто терминатор. Опаньки. Будем биться, да? А кто? Даниэль? Иерихон здесь. Короче, мы нашли беглецов каких-то. Походу. Иерихон здесь. Вы встретились с жителями Иерихона. Ага. Так, ну-ка сразу мировая статистика. А, ну здесь всего один исход, поэтому никакой статистики нету. Пройти по мостику. А что, можно было не пройти по мостику? Выбраться. На кран и прыгнуть. А, можно было не идти по мостику, а сразу типа на этот, на кран зайти. Ладно. Какие-нибудь хотя бы развилки были? Вот, что-то можно было еще тут рассмотреть, разглядеть, не знаю. Что-то не открыли все-таки. Блин, не зря я там лазил, видимо, там еще что-то было. Вы увидели мертвого андроида. Так я его и в этот раз увидел. Планета Трес-2Би, это с которой 2Би из нейроавтоматы, да? Так, ну ладно, чё. А, вот еще что-то не открыли. Какую-то штучечку маленькую. Погнали дальше. 6 ноября 38-го. Это кто у нас? Ага, это Конор.
Спасибо. Ну, блин. Помириться с лейтенантом Андерсоном? В смысле, а мы что, ссорились, как что ли? Сам знаешь. Это же не вина Конора, что он не нашел Кару. У меня для тебя железная наводка. Пятый номер. Планета черной дыры. Или планета черная дыра. Если глядя на Туби посмотреть на нее, то там да. Железная наводка стоила на миндельный зарплат. Такая прям. Да ладно, чёрная. Это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Совсем чёрная. Ладно, давай. Вот так-то. А, посканировать, да, можно? Или уже нельзя? Все. Опять негр, ё-моё, не... и продавец негр. Ну. Эй! Во-во, сейчас можно. Опознание невозможно, объект повернут. Ну а чё ты не можешь? А давай этого опознаем. Чё за объект? Может это не Хэнк? Не, Хэнк, гляди-ка. А чё этого нельзя? Секретный какой-то чел. Не пожалеешь. Слишком черный. Ну что ты пристал? Че ты привязался? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить как пудель. Извиниться напарники, помириться, изучить факты. Блин. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Вижу, у вас там в Киллер Лайф все продумано. Пойдет, пойдет. Давай, Хэнк. Пожалуйста. Так, во. Теперь его можно просканить. Че за чел? А, не. Ну, хоть кто-то белый. Гэри Кейс, дата рождения, 88-й год, частный предприниматель, сведения о судимости, сопротивление, аресту, нарушение, гигиенических требований, ну это нормально, он же у нас гамбургеры делает. Гамбургер, килокалорий столько-то, углеводы, соль, вода, там даже вода есть. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Так. Что ты сказал? Какого робота убери? Я не робот, я андроид. Ага, можно по печку поглядеть. Да, водный бургер, причем из соленой воды, видимо, из морской. Блин, я сейчас опять есть захочу. Холестерин, азартные игры. Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. О, это же вредно. Это не поможет сейчас дружбе. Надо прикольно. Же от чего-то умереть. О, пойдет, пойдет. Я думал, сейчас отношение Хэнка ухудшится. Азартные игры, привычка. Часто тут обедаете? Почти всегда. У Гарри лучшие бургеры в городе. А Коннери? В смысле, о Коннери? Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Как сделать? Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Да, придурки же лучше воспринимаются, да? Ну, налажали. Налажали, прикольно. Девианты. Блин, что-то не разбухировал. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация.
что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Да вообще не отличаемся, Хэнк, чё ты, ну... Блин, чё ты не открыл какой-то диалог секретный? Ладно. Позволите личный вопрос, лейтенант? Эх, сейчас... За по что тонкому льду ходишь? Есть причины. Ты уже работал с девиантами? Оп. Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. А Девианта застрелил. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь. Сказать правду, сыграть? Блин, а про чё? Я занят расследованием дела. Остальное меня не касается. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Или будем здесь ждать? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Короче, с Хэнком надо честным быть. Ну ладно. За этот диалог мы несколько... У тебя батарейки сели? Извините, это еще не конец. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Допросить подозреваемого. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из... О, там что-то есть. Ну-ка, подожди, Хэнк. Соседи сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет. Но окошко, он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, так, что-то лежит. Людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапортом? Конечно, в легкую. Перья принадлежат нескольким голубям. Просто закрыв глаза? Верно. Просто закрыв глаза. Он к Wi-Fi коннектился, ё-моё. У него в это... Чёрт. В глазницах Wi-Fi. Мне б так уметь. Мне б так уметь. Не надо, Хэнк. Чип в задницу всегда успеешь вставить. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Оп. Держись за мной. Есть. Гость потрясся. Опа. Я помню этот эпизод! Вообще огонь сейчас будет. Ну, не сейчас. Короче, ребята, приготовьтесь. Сейчас будет прикольно. Ну, где-то через сколько-то минуточек. Так, что тут? Вообще, вот с этим эпизодом... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это что за хрень? Господи, ну и вонище! Смотрите, сколько птиц! Похоже, зря притащились. Он ушел. Живых. Причем? Че, андроид любит птичек? Так, а что там? Пристегнуть ремни. Ну да, готовьтесь. Скоро начнется. Я, кстати, налажал здесь с этим эпизодом, когда первый раз проходил. Поэтому сейчас надо будет постараться прям. Detroit Today. Эпидемия красного льда. В Детройте разразился новый наркокризис. Совет безопасности. Иди, Хэнк, освежись.
Совет Безопасности НАТО разделился из-за спора об Арктике. А, продолжаются споры. ООН предупреждает об опасности Третьей мировой войны. Ух, блин, жесть. Но это просто когда это, в курсе, ты со стороны смотришь, а ты когда играешь, то надо успеть все прочитать, там же время еще короткое дается. Еще что-нибудь сказать. Так, эпидемия красного льда. Ладно, читать тоже не будем. Короче, все плохо у них тут. Вообще просто загнивающий запад. Хэнк, иди, я сам разберусь, ё-моё, иди покури на улице. Ну, у меня уже с Хэнком гораздо лучше идет, чем тогда было. У меня здесь с ним вражда была, ё-моё. А сейчас он ко мне уже даже там, по-моему, симпатию испытывает. Бумажные поэтому... книги. Думал, я последний кретин, который такие хранит. Ха-ха. Идти назад читалки. Нет аромата. У нее... И страницы не желтеют. Пчелы официально признаны вымершим видом. Скоро начнется голод. Вот так, так что пчел что, вообще нету. Птичий корм. Ни хрена ж себе. Этот псих реально тут прикармливал. Там непонятный был вопрос, на который были два вот этих варианта. Я что-то их не понял, насчет чего он вообще. Короче, ладно, это все херня. Ничего, по сути, не изменилось. Так, что такое водительское удостоверение? Имя Руперт Трэвис. Эти права поддельные. Круто, хоть не зря приперлись. Ну да, можно будет за что-то... Штраф наложить, да? Так, тут что? Армейская куртка. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Ну, типа Руперт, как мамка в детском саду пришила. Да-да-да. Блин, нифига, голуби прям на этом сидят. А диких животных. Антика, девиантик. Точно голубей любит. Заботится. Капец. Вообще не палился ни разу. Полная квартира голубей, блин. Что там в раковине? Представляю, что там за вонь. Подозреваемый не ест. Значит, этот, как они там называются? Санциед. Не факт, что он андроид. Просто санциед. И любитель птичек. Поехавший. Так, опять что-то здесь? Что-то. А, я думал, это книга. Так. Это что? О! Уфо. А, UFD. Чё там? Urban Farms of Detroit. Фармацевтика городская. Плакат городской фермы, поля в самом сердце города, вот так вот. Ну а где еще? О, что здесь? Царапки какие-то? Уголок плаката изготовлен из переработанной бумаги, недавно был перемещен. Что-то закрыл, наверное. Чик. А, нет, ничего. Ну, ладно. А, во. Секретики прячем. Оп. Что там такое? Дневник. Дневник андроида, что ли?
Что там, машинный код, единички-нолики? Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. Что написано? Установить источник шума. Удостовериться, что подозреваемый девиант. Ну пока да, непонятно, девиант или нет. То, что он не ест, это еще не говорит о том, что он девиант. Блин, насколько ж тут птиц, кошмар. Чего тут такое? Образец. А что там? А, кровь что ли? Голубая кровь. ВБ-200. Опа. Диодик. Угу. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Опа. Да ладно, люди вон... А как же кошатники? Вон живут нафиг по 20 кошек в доме тоже. Вонище страшно. РА-9. И вся стена опять исписана. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Сектанты проклятые. Как будто какие-то лабиринты. Лабиринты разума. Чё там? Компульсивный почерк. Он был чем-то обеспокоен. Андроиды. Больше тут смотреть нечего. Пошли с этой помойки, пока у меня астма не началась. Не-не-не. Остаться, подожди, Хэнк. Дайте еще пару минут, лейтенант. Короче, 2 минуты, и я ухожу. Там ждет еще... тебя. Там было же что-то. Погоди. Не-не-не, не выходи, не выходи. Вон там. Ага. О! Ща Коннор что-нибудь найдет. Недавно сдвигали следы птичьих фекальных масс. Птичьи фекальные массы сдвигали этот стул. Ну так правильно, тут голубей столько. Они не только стол сдвинут, стул. Они тут дом бы этот смыли нахрен. Открытый фломастер. Не засох, использовался недавно. Цвет полуночное настроение. Черный, ё-моё. Это уже что-то как-то по-женски. Вот эти вот названия цветов там. Ну или в названиях... тачек используют тоже такие цвета. Так, чё тут? Подозреваемый недавно был здесь. Ага. Он рисовал эти свои РА-9. А где же статуэтки, там, божество? О, так он шмякнулся. А, вот откуда грохот был. Он упал, когда мы постучались. Придурок. И поранился, походу. Упал. Чудик, блин. Так, все. Стоял, что-то рисовал такой. Бряк. Побежал в гостиную. Оп. Ну-ка. Нет пальцев недавние, нет птичьих фекальных масс, нет отпечатков пальцев. Ага, следы есть, но без отпечатков пальцев.
Это тоже было бы что-то женское. Даже полуночное говно из Челябинска. Надо просто и четко. Черный цвет и все. Безо всяких там. Так, а что тут было? Следы царапин недавние. Ширина следа 49,8. Следы оцинкованной стали. Че это он шкрябал чем-то? А, это ж это. Клетка, что ли? Металлический крюк. Сломан недавно 100%. Нержавеющая сталь. Реконструировать. Че это он так птичий домик-то обидел? Зачем его снес? Ага, понятненько. Бам. Подозреваемый побежал к выходу. Подозреваемый слышал, как мы вошли. Опять упал. Да он тут столько раз упал, он бы тут несколько сотен, наверное, голубей раздавил. О, подозреваемый все еще здесь. Угу. Хэнк! Отыскать подозреваемого. О, пойдет. Хэнк, ё-моё. Вот сейчас точно по жбану получит. Вон. Бам! Я что-то не понял, что это было. А, вон он. Ну чего ты ждешь? Лови давай! Во, приготовьтесь, ребята. Погнали! Вообще напряг. Так. Я вот только не знаю, тут надо вперед давить или он сам... А, нет, надо давить. Чик. Легкий, но медленный, быстрый, но рискованный. Конечно. Быстрый. Да по пофигу, погнали. Музон вообще огонь. Просто шикардос. Фыч. Оу. Тоже как в Uncharted. Кстати. Вон он. Блин, я думал, не туда побежал. Так, чу-чу-чу-чу-чу. Погнали. Оп. Куда бежим? Быстрый, но рискованный. Никуда побежал, что ли? Да ну нахер. А вон он наверху. Быстро, но с риском. Упустил, что ли? Куда он делся? Да ну нахер! Черт, мы ведь почти поймали. Ладно, ничего, не важно. Мы его теперь знаем, не уйдет. Все, пошли отсюда. Да ну нахер, блин. Такого не должно быть. Неудачи нет в программе. Точно, Коннор. Ну, добро пожаловать в клуб. Облажался ты. Не в ту сторону завернул, ё-моё. Капец. Эх. Да блин, треугольник не нажал. Хотел посмотреть же мировую статистику. Ложанулись, да. Mission failed. Надо было сосредоточеннее бежать. Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. След, андроид, Иерихон, убежище. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом.
Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Если это оставлен так, чтобы прошел только андроид. Ирихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место, где наши свободны. Найди Ирихон! Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Угрюмо прояснить прямо. Сидеть в темноте и ждать чуда? Не такой я видел свободу. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Who is Люси? Короче, сидят тут такие, ну как крысы. Разыскать Люси, осмотреть Иерихон. Сейчас мы тут кипиш поднимем. Маркус, откуда у тебя зажигалка? Так, во, уже уютней стало, правда? Я же, блин, с навыками домохозяйки. Кэра? Нет, какая? Опять негритоска. Поговорить. Ты плохо, плохо выглядишь. Да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. О-о-о. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я... не хочу отключаться. Ну не отключайся. У тебя теперь есть выбор. Вот, прекрасный выбор, отключаться или нет. Шикарно же. Так, чё сидим? А чё вы в одежде-то все в это, в палевной такой? Если вы такие свободные, ну хотя бы там чё-то где-то там... на помойках бы раздобыли, или они вообще отсюда типа не вылазят, сидят только здесь. Во, греемся. Ну, уже полезно, да? Пришел, сразу вам лайфхак просто сделал, да? Ну, этот. Блин, забыл, как этого андроида зовут. Которого мы застрелили-то. Такая же модель. Коннором. Так. Во. Норт. Да, блин, вся, короче, компания за Маркуса. О! А ты тут давно? Страшная какая-то. 4 недели, 3 дня, 11 часов. А минут сколько? Когда сбежала, идти было некуда. А Ирихон вариант не хуже прочих. Ты, походу, была девочкой для развлечений, да? Про тебя там статья была. Запчасти. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Обиженная. Да ладно, чё ты? Запчасти, раненый Ирихон. Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали?
Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Да я искал, где укрыться хотя бы. Какое нафиг утешение? А, чё, всё? Обиделась? Больше не хочешь со мной разговаривать, да? Ну ты какая. Так. О, вы чё? В режиме энергосбережения? Какой-то здоровый, слышь. Рестлер, что ли? Культурист? Андроид-культурист. Бодибилдер. Что-то они какие-то это... Грустные стоят совсем. Дворецкий? Так. Похозяйничаем еще немножко. Так, еще какую-то Люси сказали найти. Разыскать Люси, смотрите Иерихон. Ага, значит еще не осмотрели. Во, чувак, да, иди погрейся. Может тут что есть? О, что тут? О, опять этот Ра-9. Ра-9. Короче, и здесь среди вас сектанты есть, да? Туда нельзя идти. Воу. В смысле? Ребенок, что ли? Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. А. Бродяжничал, пока мы его не нашли. А, ну живой. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. Каннибализм и у них тоже разве? Как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Да, ребятки, что-то у вас тут как-то совсем грустненько. Воу. Чувака уже распотрошили. Да буржуй, загнивающий запад. Я же о том же, ну. Так, вот это Люси, что ли? Кто это? Говорят, люди тоже боятся умирать. Беги отсюда. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну вас нафиг, депрессивно у вас тут. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. А ты кто? Я рада тебе, Маркус. И чё, всё отключилось, что ли? Кто-то напевает. Вообще, депресняк полный, ё-моё, ребята, как вы тут вообще живете? Надо музыкальный центр сюда притащить, дисков, PlayStation принести. Скучно же, телек большой. Так, TikTok, с тобой поговорить можно? Нет. Так, здесь уже были, да? К этому чуваку вроде подходили. Так, а где это Люсинда, блин? Смотрите, Иерихон. Еще какая-то это, вон, закрытая замком штука. Что-то я, значит, не все осмотрел. Вы
будь у меня такой робот, я бы с него пылинки сдувал и чинил, пока от времени рассыпаться не стал. Как бы стал рассыпаться, починил бы. Ну так-то да. Нифига себе, за него целое состояние выложил. И катать его еще за джипом, да? Где-то там. Ну то есть самому же разбивать. Вообще жесть. Клеем изолентой еще на 10 лет хотел. Была бы у меня туби. Ну да. Не надо тут это, эротические фантазии свои. Ты Люси? Оставим их при себе. Нас могут смотреть присядь. Дети. Вот она, Люси. Чё-то, Люси, ты тоже, тебе плохо, явно. Вон там тетка одна откинулась, иди у нее полчерепа покажи. Забери. Чё показать? Вау, так у нас еще и косяк. Надо закрыть рану. А что, инфекция попадет? Вроде не кровоточит. Ты же очеловечился, надо было так. Блин, ты что делаешь? Выпей. Да-да, именно для фантазий, ой, именно для готовки и помогать там делать те уроки. Именно поэтому ты хочешь туби. Чё ты тут, ну чё ты, кого ты обманываешь, ну? Для того, чтобы помогать тебе делать ужин, вон, сойдет вот эта Люси с половиной черепа. С одной ногой и с одной рукой. Дай мне руку. А что у нее с лицом? Видите, какая у нее подводка для глаз. Ё-моё, чёрный глаз. Реально у него какой-то... У тебя было всё. И ты всё потерял. Ты видел ад, и теперь ад живёт в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Слушай, ты точно очеловечилась полностью, тетенька. Ты уже прям как настоящая гадалка. Говоришь, ничего не понятно. Так для любого, можно сказать. В твоем сердце тьма. Ты знаешь рай и ад. Ты познал и то, и другое. И теперь тебе предстоит сделать выбор. Да блин, это каждому можно так сказать. Ё-моё. Главное говорить вкрадчивым голосом. Почти как АСМР. Так, и чё мы Люси нашли? Осмотрите Иерихон. Иерихон до сих пор не осмотрели. А чё? Почему? Мы ж везде были. Так. О, вон чё-то всё-таки. А что тут? А, это ящики с биокомпонентами. Пусто, блин. Ящик уже пуст. Cyberlife. Склад Киберлайф и доки Вест Торренс Авеню. Детройт, Мичиган. А, во, предложить Саймону план действия. Так, Саймон это кто из них? По-моему, вот этот Саймон. Да. Саймон. А он тоже.
Я знаю, где достать запчасти. Ожидания. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае, мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно. А чё, приконнектились, мортишь, скачали, и все, умеешь драться. Вон, Кара даже уже может драться. Лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Во. Во, девчонка сразу такая. О, боевая, видно, подруга. Чик-чик-чик. Ладно. Я в деле. Джош такой тоже. Раз все, то и я тоже, да? Так, ой, ну тут совсем что-то ветка короткая. Так, ну понятно. Девяносто 99%. То есть были те, кто даже не смогли Люси найти, и на этом закончили, я так понимаю, прохождение, да? Такие, а черт, я не могу Люси на этом Ерехоне найти. Да и вообще тут страшно и это и все. А может, даже были те, кто их в депрессию реально вгоняла вот эта вся обстановка. И они просто уходили в лес куда-нибудь. Да, депрессуха там, конечно, мощная. Ну что, погнали. Кто у нас сейчас дальше? Кара, по идее. Точно. Карусика. Алиса отдаленная. Блин, подпортили мы отношения с Алиской. Не хотела она там ночевать. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Давай мы туда не пойдем. Давай, а? Давай, 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 давай. Давай не пойдем. Ну давай. Упрямая ты. Дуреха. Бабы, ё-моё, ну ёлки-палки, ну куда ты прёшься? Хочешь постучать? Давай. Стучи ты. Типа я не буду крайним. О, Рокс знает, о чем говорит. Ща будет. Ну не сейчас еще будет. Давай, не отвечает. Нету никого дома. Все ушли, уехали, не знаю. Спят. Что там? Пошли отсюда. Ну, по-любому же разные есть. О, можно уйти, что ли? Давай, давай. Давай, идем, Алиса, пойдем отсюда. Вон. Есть же фонари, вон, давай. Значит, тут еще... Вон, смотри, Диснейленд, вон. Помнишь Диснейленд? Похоже, да, на заставку Диснейленда. Алиса! Блин, вот девка. Она чихает, кашляет, ну типа, да. Не хочет уходить. Ух ты, маленькая дуреха. Собака, вы Златко? Ладно, а вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Все, все. Да нет, нет, все нормально, мы пойдем. Не надо, не запускай нас. Хорошо. Нам не нужна помощь. Пофигу, что маленький детенок. Проходите. Не стесняйтесь. Следовать за Златко. Блин.
есть тут что-нибудь у тебя сразу приметить? Что-нибудь такое? Этакое. Так, а ну-ка. Следовать за Златком. Ладно. Что-то тут вообще ничего нельзя делать. Да? Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не бойтесь этого большого парня. Ни хрена. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Да уж. Такой подойдет, не только одежду отдашь, деньги, все, блин, счета, банковские, там скажешь, пин-коды все. Располагайтесь. Просто молча будет рядом стоять. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Че у него на пальцах там такое? Краска, да? Ты тоже типа художник? Ты девиант? Синяя краска. А она что? Она человек. Вам... Вот Кара, надо, она же все анализировать место. Должна. На руки на его посмотри. Где вы начнете новую жизнь? Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа. Мы тоже слышали. Такие просторы. Что-то ты как-то гладко чистый стелишь. Воздух. Собака. И нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы... Мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Чего же вас еще не поймали? Идемте. Если у вас нахрен трекер есть. Прошу за мной. А девочка может пока подождать гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. В подвале, Кара. Кара, в подвале. Задумайся. Ё-моё. Ну, она дурочка еще. Она, блин, сама себя поломала. Программа уже не работает. Логики нету. А житейского опыта еще не нажила, потому что она сама как дитё. Ой, блин. Так, что тут вообще? Можно что-нибудь? Что-нибудь как-нибудь. Следовать за Златком. Только смотреть можно. Угу. Оп, что тут еще? Начитанный кадр. Ого. Не, ну это вообще что-то. Короче, реально игра в какой-то хоррор превращается вот в этом месте. Что у Маркуса, тут у Кары тоже. Че, вот это вот на Скайрим чуть-чуть похоже. Черепа, паутина, блин. Как будто в лавку ведьмы какую-то зашли. Какой глобус? Блин, я в детстве такой глобус хотел себе. Большой.
Ну, может, не прям такой здоровый, но было бы прикольно. Ё-моё. Девочка из Silent Hill'а. Поиграть, помузицировать, не? Не хочешь? Не желаешь? Так, чё? Одежда наша висит. Он еще и какой-то таксидермист, что ли, блин. Капец. Ладно, веди. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Тихо, тихо, тихо. Приободрить, утешить. Он немного странный, но доверять ему можно. Да и выбора у нас в общем нет. Выбора-то, да, у вас прям нету. Вы уж извините за беспорядок. Не извини. Мне нужно да, было огромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно. Понял, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Что-то открылось. Блин, я аж испугался, что это такое. Ё-моё, шкаф такой. Да уйди ты. Лиска. Вот она уже понимает, что там полная жопа. Вы поговорили с Лисой. Толку-то, что мы поговорили с Лисой. Ты не могла бы встать сюда? Не могла бы. Это, кстати, похоже на этот технодемка, вот Кара была как раз. Вот что-то похожее. На этот сборочный цех. И чё, Кара, не помнишь, как тебя собирали? Жесть. Тебя просто разберут нахрен на кусочки. Должен предупредить, это может быть неприятно. Вау, матрица? Да не, немного, мы пока по хате ходили. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Да что ты? Ну вы сказали. Да. А дура, на руки люди на него посмотри, блин. Все в синей крови вашей. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю. И продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кара! Блин, я думать надо было башкой, ё-моё. Ребёнке! Запри её. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило.
И такой бред. Ух, блин, я тебя себе найду. Я тебя выпотрошу. Пора уже избавить тебя от страданий. Опа. Скотина. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Да вали уже отсюда, жердяй, блин. Будет пошел лучше вон. Стереть из своей головы эту глупость. Пятак дала сейчас она. Прям сразу. Не будет боли. Фаталити. Не будет. Разбитых надежд. Можно позавидовать. Кира! О, бедная ты малышка. О, а, блин, похоже, мамочка памяти. Позабыла, кто ты такой. Алиска. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? А, ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Укусила, молодец. Ну что, я ударил? Манера, маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра. Молодец, укусила его. Приходи в гостиную. Я если в гостиную приду, то вам хана. Это точно. Эй! Найти способ сбежать. Да ё-моё, всё бесполезно. Каким макаром? А, блин, я не знаю, давайте жёлтый. Ну, чё, не получилось, что ли? А, всё? А, блин, я даже не знаю, можно ли здесь как-то это... прервать это всё дело. Наверное, нет. Выполнить приказы Златка. Поговорить с Лютером в гостиной. Какого приказа Златка? Ты чё? Со Златком можно только одно сделать. Это, блин, между глаз ему впаять с ноги. Так. Капец. Что можно сделать? Замутить. Блин, раздолбало бы его компьютер эти сраные. Ох ты. Чё там за зомби ходят? Идём, Алиса. Ошибки полезли. Давай. Короче, это. Ей сейчас надо память вернуть. Помоги. Опа. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ужасы, короче, опять ты продолжаются. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы.
Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Воу, нифига себе. Блин, не могли вот раньше показаться, пока память еще была в норме. Кто ты? Это рассказать. Или маленькая погибнет. Они же вот мимо клетки проходили, ну взяли бы там что-нибудь шепнули, типа беги отсюда. Сейчас-то можно что угодно говорить. Опа. Что, без рук что ли? Вообще манекен. Что это было? Что за ножницы? Что да я вообще так помню? Ножницы единственное, когда она в руки брала, это волосы, когда себе состригала. Что, не? Сбой не происходит у тебя? Не вспоминаешь, при каких обстоятельствах, блин, ты на это смотрела? Так, и это тоже нет, да? А, не, во, есть. Вспышечка. Располагайтесь. Так, еще что-то мы вот на тут вот, на книги смотрели. Ха, музыка похожа на этого, когда к психомантису в первом Metal Gear идешь. Блин, что-то тоже не хочет. Хозяин готов. Отнеси ему. Да, Лютер. Ужин хозяина. С каких это пор он хозяином стал? Что у него ужин там какой-то? Чуть ли не чипсы. Кола. Блин, почему мне это? Ошибки не вызывает это. Сбой, сбой. Чё вот у него там? Пакетики какие-то, да? Чипсы, блин, ещё чипсы. Какой-то гамбургер, блин. Сэндвич. Короче, жрут всякую дрянь. Поэтому и мозги спекаются. Не знаю. Ужин хозяина готов, отнеси ему. И там стол такой, там кастрюля борща. Пельмени. Котлеты, котлеты по-киевски. Тут я понимаю ужин. Картошечка толченая. Так, все, хватит про еду. Что-то я опять разошелся. Сейчас захочется есть. Да блин, Кара, мы ж смотрели в окно с тобой в это. Специально внимательно разглядывали. Что за фиг? Меня. Да вообще, ну, пиндоси, они жрут всякую дрянь.
Так, а где этот балбес? Куда ему там отнести? Забыл его что-то. Наверх, что ли? А, ну да. Ну-ка, может, сейчас посмотришь? Да блин, сойди ты с этой лестницы. Да блин, с лестницы уйди, говорю тебе. Она уже подвисать начинает. Чё, не? Ладно. Отнести еду Златко. Поэтому он и жирный такой. Жрет всякую дрянь. Ой, да ладно. Картинки святых. Набожный. А, нифига у него тут. Поставь это вон туда, на стол. Препарирует. Пончики. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Дала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтером, шлюха! Вау. Ты меня слышишь? Да, Златко. А почему это у него воспоминание пробудилось? Типа он похож на того упыря? Ломает. А, только отсюда, короче, смог. Лютер! Лютер! Вообще страшное, ну. Да, Златкая. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златкая. Приведу девочку через 10 минут. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо. Приведешь ты девочку через 10 минут, я тебе приведу. О, кто-то там ползет. Так, куда эту дрянь бросить? Так, а вот вообще зашибись, еще счетчик включился. Кто эта девочка? Ой, блин, ну ты кара создала тут проблем, конечно. Что там посмотреть-то? О, Эра-9, ну... Очень вовремя сектантов этих разглядывать. Так, что тут? Это дверь, да? Куча дверей. А здесь что? А, бульбулятор. Как у этого, блин. Оленя. Ага. Значит, помочь должно. Чё, не? А, есть. Меня зовут... А, во, имя. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. О, да. Да заткнись ты нахрен. Тебе сюда нельзя. Нечего тебе тут делать. Нет, нечего тут делать. Если нет приказов. Опа, Лютер стоит, что ли? Нифига. Так, а где? Так, вон там препарационный, это его. Так, этот здесь стоит. Ну и рожа у тебя. Шарап. Сожалею. О девочке. Да ладно, я что-то в тот раз на него не смотрел. Даже так. Так, что тут? Так, вот что-то. А, читать. Ну, сейчас, да, самое время читать. Не-не-не-не. Нахрен. Так, ух ты!
Да ладно. Блин, вот эту бы комнату не забыть. Нифига себе, а я такого вообще не помню. Я здесь не был, что ли? Так, это... Блин, куда мы нахрен вообще зашли? Да надо не вспоминать, надо запоминать, блин. Расположение этих комнат сраных. Что это? Ва! Да, зашибись. В общем, вовремя, вовремя. Да выруби нахрен. Дура. Пошли, 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 пошли. Так, дверь, 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 дверь. Так, коридор. Получается... Блин, рядом с Лютером дверь, да? О! Ты как, ничего? Тут нам помогут. Ну, вспомнила. А чё, дверь не открывается? Ну, наконец-то. Алиса. Закрыто? А, открыто. Щель просто в двери. Алиса. Аллилуйя. Мы нашли. Кэра, ты меня вспомнила. Разве я могу забыть? Прости меня. Да. Ты была права. Лопухнулась ты, дура, по полной. Надо спасаться. Иди за мной. Быстрее, только тихо, ладно? Надо. Блин, а вот как из этой комнаты выходить? Так, так, так. Какого хрена? Там же Лютер стоит. Лютер! Какого? Чё за L2? А. Да, Славка. Я закончил. Так, так, так. Вон туда дальше надо. Сюда, вот туда, вот сюда, вот сюда. Слушай, блин. Славка. Давай, 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 давай. Спрятаться, да? Подожди ты нахрен, кого прятаться? Златко! Что? Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть! Но прячется где-то! Скорей, чего сейчас придут! Ищи давай! Во-во-во-во-во-во-во, есть! Та самая комната! Люда! Да блин, отойди, Алиска! Можно что-нибудь? Ух, сейчас повеселимся. Дум. Не заряжен. Да ладно тебе. Воу. Ты чё? Да ладно. Так он не заряжен был. Ты чё, блин? А, у него другой, что ли? В смысле? А, хорошо. Оп. Давай, бегом. С ноги надо было еще ему зарядить. Ё-моё. Косой, блин. Да вон они. Блин, в этот раз у меня гораздо... Чёрт! Сейчас нахрен застрелят. Открыть парадную дверь, чё у них? А чё? Блин, одежду надо было взять, ё-моё. Почему-то мне было выбора. Алиса! Да ё-моё! Беги, девочка, беги. Твою мать! Нет, я тебя не брошу! Беги как можно быстрее! Да вместе бегите! А, чё вот это было? Беги, беги! Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму! А ты не послушала! У тебя дом горит, идиот!
Ты что делаешь-то? А ну пошел прочь! Нет. Теперь нет. Сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не продел. Да как ты смеешь? Молодец, давай в пузяку ему просто сразу за сандаль. О, зомби. Зомби-апокалипсис, чё это, мудила? Не дрожьте меня! Повинуйтесь, я ваш хозяин! Вообще идеальный расклад. Ну, блин, тварь жирная. Вот так тебе. Я думал, блин, сейчас нашел дробаш, можно будет его завалить. А, он не заряжен, капец. Чё, Лютер? Ты с нами? Или против нас? Да. Не, выбрасывать не надо такую вещь. Я она очень может пригодиться. Моя программа была подчиняться. Могу сразу сказать, девочка за нас рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Это часто. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Мы уже один раз доверились. Тебя и девочку. Интересно, это подставной, что ли, Златка был андроид или что? Я тебе верю. Тот, который ей адрес-то вот этот дал. Он, видать, еще рассылает там их где-то там. Я так по боялась городу тебя потерять. Фу, да. Ой, вот это потненько было. Напряженно. Сначала страшно. Потом напряг такой жесткий. О. Тут, кстати, развилок вот в этом эпизоде тоже дохренище. Обнимашки, это всегда круто, да. Когда сцена заканчивается обнимашками, это победа. Тут прям что-то это. Блин, а в прошлый раз у меня как-то глаже получилось. Тут они меня сразу заметили, блин, и что-то прям пальбы столько было, что просто жесть. В прошлый раз они меня заметили где-то внизу уже, когда я там пробирался. Там чуть-чуть пришлось пострелять только. Освободить монстров. А Лютера спасешь в том прохождении, которое я смотрел, девчонки только вдвоем спаслись. Ну, это значит, не такая уж плохая концовка, если они спаслись. А ты говоришь, у девчонок все плохо было. Девчонок, значит, все хорошо было. Плохо было у Лютера. Прятаться в шкафу. Да, ну тут, короче, прям можно это еще по-другому все это проходить. Сколько? Еще две концовки, да, получается, есть? Да. А, вот тут тоже может закончиться. Смотрите, еще вот здесь две. Ё-моё. Это еще четыре, как минимум, концовки можно открыть. Обалдеть. А вот тут может закончиться. Блин, их, наверное, вообще грохнуть могут. Прямо здесь. Капец, тут 4, 2, 6 и у нас 1, 7. 7 концовок вот этого эпизода. Охренеть. Так, ну ладно, погнали дальше. Коннор плачет. А, опять в этом саду японческом. Поговорить с Амандой. Аманда, все время отчеты ей надо давать. Давай, Коннор, на дерево залезем. Вот это...
Надо только логично как-то это все описать. Джесси тупо мимо нее сейчас такой раз просквозил. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Да она уже мокрая, что зонтик открывать? Этот девиант интригующий случай. Как да, жаль, что не поймали, удалось поймать. Блин. Ну, я, кстати, не огорчен, что мы тебя разочаровали. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Фу, тихо, тихо. Ты как бы это, так-то не горячись. Хотя с ней ты так и надо разговаривать. Ты что-нибудь выяснил? Двойной агент, Коннор. Ему очень нравились птицы. Иногда девиантов интересуют другие формы жизни. Насекомые, кошки. Но такого я не видел. А еще? Да не, больше ничего не находил. На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Ну да. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Ага, туманно. Уже лучше. Я начинаю понимать его, а он понемногу привыкает ко мне. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Где вот новый случай? А, я знаю, куда мы сейчас поедем. Самое интересное место. Вроде. Сейчас же за Хэнком сначала надо сходить. О, ништяк, прям симпатик. Даже не смогли поймать его. Упыренка. Сколько вариантов-то? Увидеться с лейтенантом Андерсоном. О, а там что? Тачка Хэнка. Хэнк прям олдскул любит. Вообще огонь. Что там? Какая наклейка? А, Детройт. Думал. Это название, может, группы какой-то. Лейтенант Андерсон! Вечер. Вы дома? На улице дождь. Хэнк там бухает по-любому. Проберитесь внутрь. Или в толчке сидит. Что это такое? А, собака. Собака. Только заглянуть можно.
тут, блин, занавешено. Так, а за дом можно пройти? Гараж, может, приоткрыт. Сесть в тачку и выбить нахрен дверь гаража. Че, фар нету, что ли? А, нет, такое впечатление, что без фар. Соседний дом можно зайти? Увидеться с лейтенантом Андерсом. Да он, может, бухает с соседом, ё-моё. Вариант же. Так, заборчик. Там что, комп стоит? Ноутбучик. Опа. Сенбернар. Оу! Хэнк потерял сознание. Лейтенант Андерсон! Потерялся. Ох, он этого не одобрит. Бряк. Тихо. О, Сумо. Сумо. Я твой друг. Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Эй, он прикольный. А вот здесь тачканул Коннор, сразу видно такой, эх, блин, Сумо. Так, ну чё, ну да, он вискарик. Ё-моё, Хэнк, ты ещё и блеванул себе на это. Black Label. Шотландский виски, концентрация алкоголя 40%. О, Базилио. Здравствуйте, товарищ Базилио. Остался один патрон. Вот так вот. Полил, что ли, здесь во всех подряд? Как мерзко, Хэнк. А, он вон что делает. Легкая аритмия. Травм не обнаружено. Да накирялся он, конечно. Сразу понятно. Просто в говно. Следы алкоголя. Шотландский виски, концентрация алкоголя 40%. C2H, 5OH. Знакомая формула? Ё-моё. Похоже на алкогольную кому. Да ему надо, блин, сейчас... Эй, очнитесь! Это, пинать его. О! Это я, Коннор! Пойдет. Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Тебе же надо. Я такое местечко знаю, тебе там точно понравится. Заранее понравится. Благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Напился сейчас как раз там, по девочкам потянет. А у меня как раз тут есть наводочка Сумо! Одна. Спасибо! Не-не-не, мы с Сумо уже подружились, все нормально. Ну все, я сейчас сблю. Блин, Хэнк корка вообще. Прислонил вот так просто как... Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Не поможет. Я робот. Я сильнее. Ты что затеял-то, а? Что затеял? Я узнаю. Нет, нет, нет. Я не хочу купаться. Спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. У него и ванная такая олдскульная. Нету там каких-то там сенсорных кнопок. Там, да, о! Выключай! Выключай! Во, пойдет. Ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве.
Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Нет. У вас явно личные проблемы. Вам следует обратиться за помощью к специалисту. Да блин. Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен. Блин, Хэнк красавчик. Подразните. Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. О. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. О, зацепило, зацепило. Там в шкафу чистая одежда. Я знаю. Я принесу. Конечно. Не помешало бы ему там. Так, здесь, да? Спальня. Так, чё там? А. Хэнк протрезвел. Конечно, таких новостей. Сразу протрезвеешь. Что хотите надеть? Да похрен. Так, я ему тогда, короче, чё? Хиппи, по-моему, давал. Давай полосатую. В цвета американского флага. Так. Чё тут больше? Нельзя просканировать. О, ну пойдёт, ладно. Все в порядке, лейтенант? Славика вызывает. Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Такой смотрит еще. Чё-то он там делает. Знать больше о Хэнке. Сегодня, выступая перед конгрессом, президент Байден озвучил... Тогда я, кстати, что-то... Немного-то о нем узнал, на самом деле. Так, это там он. Предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска в Арктике были немедленно отозваны. Что там? Эскалация Рекордс, музыка. Многие эксперты... Хэнк любит джаз. ...о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе. Так, там что? Что там? Хэнк любит джаз. Ну, это мы уже поняли. А, сумо. Прикольно. Здоровый такой, как медведь. Так, здесь больше ничего нету, да? В его ж комнате наверняка что-то есть интересное. Здесь я не был тогда. Что это, блин? Хрень. Любовь по прейскуранту. О, нормальненько. Пойдет. В тему, да, как раз? Так, и что, больше тут ничего нету? Фоточек там, не знаю, каких-нибудь. Да ну нафиг. Быть такого не может. Как так-то? О, я тогда не нашел эту фотку. Ха, смотрите, пацан-то реальный. Погибший Коул Андерсон. Воспроизводим Детройт.
29-го года, дата смерти. Блин, не успел. 29-35, что ему 6 лет было? Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. А, он все равно это пальто поверх одевает. Я что-то думал, он будет в этом полосатом дурацком костюме, который я ему притащил. О, я все там. Ну-ка, ну-ка. Че, концовка тоже одна всего? Так, вот что-то я не нашел все-таки одно. Фотографию сына Хэнка. Держаться отстраненно. А, блин. Ага, здесь все сделал. Короче, почти все открыли. Единственное, мне не нравится, что мы отстраненно держались. Хотя, в принципе, тоже неплохо. Вроде не падал это уровень там симпатии. И вот что-то еще вот не смогли найти. Ну ладно, хоть фотографию нашел. В прошлый раз я ее не смог найти. Так, ну что, еще один эпизодик пройдем и хватит. А, Маркус. Пригнали в порт. Ох ты, они прям как это, группа захвата. Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Через море. Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нормально, порт такой прям аутентичный, со здоровыми кранами. Классно. Нельзя им показываться. Следовать за Норд. А, почему именно за Норд? Слушай женщину и сделай наоборот. Осторожно. Теперь что делать? Найду другой путь. Что там? Прошел вроде мимо. Любование кроссовок. Но черт возьми, тут даже контейнеры выглядят прикольно. Лайф. Ага, уже близко. Прикольно.
Опа, вон этот дрон. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Вот выскочка. Ну так, это жанр такой. Интерактивно кино. Собственно, они его и придумали. Ну, Quantic Dream. Так. Слишком высоко. Ага. Слишком далеко, да? А, заметят. А кто заметит? Сандрон. Опс. Чик. Чё, куда здесь? Слишком высоко. Ну, значит, куда-нибудь вот сюда цепляться, да? Слишком высоко, нет? А, еще лучше. Ну, давай, еще лучше. Оп. Слишком далеко. Да что где? Ну погнали. Паркурчик самый главный. Оп. А вот кончик. Живо, ломай его. Ты цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Да я вообще красавчик. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. У всех растет доверие, хорошо. Главное, у Норд растет. Так, что тут? Набиваем рюкзаки. Окей. Ошибись. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Ого. О, я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делать? Оповестить он охрану. Джон! Мне нужна помощь. А он... А, блин, это его что ли нож? А, это наш нож. Сперва дрон, теперь это. Вот не везет. Ништяк, не заметил. А этого что, перепрограммировали? Надо заканчивать. Пошла. И уходить. Ищите голубую кровь. Пока ага, ее слишком вон мало. Он тут стоит, остался. Все, за нас стал. Хорошо, их быстро можно хакнуть. Тем, кто уже девиантировался. Да вообще, про шукера они как-то забыли. Ну хорошо, что это. Андроид пришел, а не человек. Ну, сначала. Что там? Посмотреть большой ящик. А где? А, вот он, контейнер, в смысле. Что-то как-то легко открываются их там супер защищенные, высокотехнологичные ящики. Ножичком там поковырялся. И вскрыл. О,
андроиды. И что, их на запчасти? Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Да они пока не знают, что это такое. Блин, чем больше народу, тем хуже. Наверное, надо было все закрыть. Надо сваливать нафиг. Ну ладно. Че, все? А, родились. О, дождь идет. Блин, нифига. А я в какой-то коробке. Хочется жить сразу, кричать. О! О, ладно, хорошее действие. Пойдет. Больше не унести. Идет. Пойдет. И меня возьмите. Да, нас он и так тут уже толпа целая. Майдан. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. И этих еще трое, да? Это опасно. А он уже девиант так-то. Да нам команда, в принципе, нужна. Ладно, берем с собой. Ты теперь наш. Опа, Норд что-то сразу. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? А на тех, когда сделал девиантами, она грузовики. Такая, оп. Ну. В них биокомпоненты. Одобрила. Они на пилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Короче, негр не понравился. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это да. Самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Убрать, надо убегать, да? Пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем замес, ничего. Да? Нельзя рисковать. Мы не можем. Нет у вашей группы слаженности. Взять ключ, уйти. Блин, да на самом деле было бы самое нормальное, если бы этот андроид пошел и взял. Он же не палец. Я пойду с тобой. Нет, я пойду их. Один. Нет, в их одежде, они же не знают, что он девиант. Взял бы ключик. Все. А, ну ладно, ладно. Пойдем. Грузовик деталей, это, конечно, заманчиво очень. Правда, я думаю, сейчас может всю группу здесь тихо, где-то собаки. Тут же по-любому это... Камеры какие-нибудь есть, да? Так. Ну это глупо через парадный вход ходить. Тихо, тихо, где собаки? Войти в комнату управления. А, вон люди, 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 люди. А здесь что? Чик. Сэм Фишер. Действие. Опять лайт. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды? Ладно, охранники дебилы. Так, что тут есть? Здесь ничего нет. Это толкан, да? Да. Я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в четвертой зоне? Я такой тоже заглядываю за дверь. Так. Похоже на то. Они, короче... тихо, тихо, не вставай, не вставай, не вставай, не вставай, не вставай. А ключ, наверное, у одного из них, да? А. Там какое-то действие есть. Так. Серверное, что ли? Они палят? Оп, чё? Чё там ещё было? Thank you.
Так, это главный вход, блин, да ну нахер. Такой расхаживаю вообще тут, без палева прям. А, ну вот он, да, ключ? Интранзит. Интранзит. То есть пути, а этот вот один готовый, да? Так, и чё, ну окей. Разобраться с охранниками. Это интересно. Эпизоды, Иван, можно переигрывать, почему? А зачем? Какой смысл переигрывать эпизоды, если игра очень вариативная? Нафига переигрывать? Пригрозить охранникам. Так, ну это уже крайняк. В этом-то и фишка, что игра позволяет без всякого переигрывания продолжать, даже если у тебя кто-то сдох из главных персонажей. Так, и чё? Вызвать короткое замыкание? О, вот это уже мне нравится. И ещё какой-то есть третий вариант? Какой третий вариант? Подойти сзади и вырубить? Или чё? Они сейчас вообще... Тихо. Так, а может что-то в сортире можно там замутить? Нет. А свалить можно? Такой типа очканул. А, нет, пойдем лучше без этого. Нет, назад пути нету. А, во, еще что-то. А зачем я это взял? Замкнуть, положить. А, блин, уже назад пути нету, да? Типа. Да? Пистолет можно взять? Куда ты нахрен? Блин, я назад нажал, а он вперед все равно идет. Идиот. Хыч! Блин, хотел я вообще... Черт, что происходит? Не попасться на глаза. Да чё так медленно камера крутится? Где этот сортир сраный? Да блин, поверни ты камеру туда. Как она медленно крутится, вообще жесть. Блин, я их из виду вообще потерял. Где эти два балбеса? Походу кто-то залез. Да давай быстрее, блин, бери. А, блин, нифига. Да какого хера? Ах, жесть. Нет, сейчас еще и к дому, да, приведем? Зашибись. Опа, кого-то поймали. Охранник. Слишком поздно. Если вернемся на сторону. Я И чё? Ну как ты? На Иерихоне? Вот так вот, да? Что случилось? Норд за тобой вернулась.
Мы успели живые сбежать все? До прихода людей. А где Джон? Чё? Он не выжил. Мы бросили рюкзаки. Почти ничего не добыли. Чтобы спасти всех, не хватит. Зашибись. Пошел другим путем. Угу. Отряд не заметил потери бойца. Блин, вообще, да, из-за одного андроида, короче, обосрали весь Иерихон. Короче, не только ни грузовик не угнали, еще и потеряли даже рюкзаки. Зашибись. Так. Ну чё? Классика. Сначала поставить себя в положение раком, а потом из этого положения выбираться. О, 10%. Короче, мы продолжаем в тренде двигаться. Точнее, вне трендов. Вообще минимально. Отряд не справился с заданием. Печалька. Вот такая вот фигня. Ну ладно, что, тоже вот вам, пожалуйста, что там вопрос задавал. Переигрывать, не переигрывать. Не переигрывать. Главное, Маркус жив. Я, если честно, думал, что все, хана, что-то как-то так экран потух, погас. Что все, а Маркуса сейчас это, там, пристрелили или что там, я не знаю, собака его съела. Тем интереснее будет выбираться из такой жопы. Так, ну чё, стримчанский у нас сколько, 3 часа идет. Ладно, будем на этом заканчивать. Неплохо, в принципе, даже за 3 часа вот продвинулись так, нормальненько. Отряд Кары пополнился у нас Лютером, здоровенным негром. Правда, в отряде Маркуса там потери. Джоша потеряли. Ну ничего. Главное, все главные герои пока у нас живы и здоровы. Пока идем нормальненько. Ладно, всем спасибо, что были. Крутой стрим получился, продолжение. Спасибо. Спасибо. Завтра продолжим тогда в это же время, в 16.00. Так что, если даже не будет завтра, то приходите в то же время, в то же место. Вот. Все, всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова о Стримах. Всем пока-пока, увидимся завтра.